Привет, друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу показать вам, как сделать водонепроницаемым коробок спичек. На YouTube очень много видео, где делают водонепроницаемые спички. Там макают их в парафин, в трубочки из коктейля запаивают. Там, ну, множество делают свечечку из них, амартовую туалетную бумагу парафином пропитывают и так далее. Лаком для ногтей покрывают. Десятки способов сделать спички непромокаемыми. Но остается один вопрос. Как поджечь эту непромокаемую спичку, если у вас нет спичечного коробка? Что-то почему-то вот об этом нету ни... Ну, я в всяком случае не буду говорить, что ни одного видео, но я не видел. Сколько смотрю, там сейчас вот очень много там лайфхак такой-то, лайфхак такой-то, 10 лайфхаков, как сделать непромокаемую спичку. Хорошо, сделали вы эту спичку. Как вы ее подожгете? В моем детстве мы делали водонепроницаемые коробки при помощи... Давайте, мы сейчас... Спички у меня обычные, я ничего с ними не делал. Там, не лайфхаками. Я пользуюсь тем, что макаю парафин, жидкий парафин. И поджигаются они хорошо, хорошо сохраняются. А вот сам коробок сохранить... Видите, у меня два обычных коробка от спичек. Давайте их опустим в воду. Кинем. Вот. Ну, сейчас если мы их достанем, попробуйте их поджечь. Сейчас я. Где на камеру? Вот, мы вытащили два коробка. Даже здесь уже видно. Вот, мы достали, я достал коробки из воды. Видите, на одном чулкун мокрый, раскисший, на другом вода просто с него стекла. Как вы понимаете, сейчас правый, левый чулкун не сможет зажечь спичку, скорее всего. Правый можно попытаться. Сейчас мы это исправим. Так, вот обычный коробок, ничем не подготовленный, не обработанный. Результат ноль. Коробок раскис, стал как не знаю что. И возьмем наш коробочек, который мы предварительно кое-чем обработали. Смахнем с него воду. Опа-на. Ой, все горит. Без проблем, видите? Хоть там коробок стал жестче, там вода не размачивает его. Что нам для этого нужно? Все очень просто. У нас было химическое производство в нашем городе, и у нас изготавливали вот такой лак. Называется лак универсальный сапон. Заливая, замачиваем эти коробки на пару минут. В этом лаке он жидкий, как вода. Видите, он коробок практически не отличается. Единственное, что он жестче, этот мягкий, как развалился. А этот такой более-менее жесткий. Замачиваем в этом лаке его, вытащили, просушили. И еще одно замачивание сделаем. Делаем два замачивания. Тогда коробочек у вас будет жесткий, довольно-таки. И спокойно будет поджигать ваши спички. Это первая хитрость, которой мы пользовались в детстве на рыбалках. Часто у нас есть другие способы, но я просто хочу рассказать об этом. Коробки, как мы делали. И еще одна маленькая финичка, это уже был как бы высший пилотаж в моем детстве. Мы для коробков делали вот такие вот футляры. Из обычной, как ее называют, жести. Оп. Это кусочек обычной жестянки. Мы их подбирали обычно на стройках, когда строили дома раньше, там из жести. Она была, правда, была эта белая, а раньше она была оцинкованная. Просто оцинковка. Заворачивали такой футлярчик, вставляли в нее пропитанный предварительно коробочек. Вот, видите? Коробочек практически невозможно уже раздавить. В воде он у вас не раскисал. И спички, если были намочены в парафине, пропитанные, отличная штука в использовании. Сюда у нас высшим шиком, конечно, было какую-нибудь наклейку наклеить. Они раньше были в жвачках, кто-то может помнит, кто постарше. В жвачке там раньше лежала наклеечка. Вот обклеивали их наклейками. И вот такие спичные коробки мы использовали в моем детстве. Водонепроницаемые и ударопрочные, можно сказать. Ну все, все, что я вам хотел сказать в этом видео, сказал. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, как всегда, пальцы вниз. Не забывайте писать комментарии. И подписывайтесь на канал.
Всем до новых встреч. Пока. Вот такая простая штукенция.